Этот год знаменательный для нашей республики. Год столетия образования нашей с вами родной, любимой республики. Я от души поздравляю всех нас с этой знаменательной датой и желаю всем нам дальнейшего процветания и больших спортивных побед на международных аренах. С уважением ко всем вам, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды России по гиревому спорту Кириллов Сергей.